Дель Пьеро, Жезус, Информ, да? Агуэро, Канте, Эриксен, Бакайока. О, это, конечно, став подешевле, но тоже очень хорош. Плюс он, мне кажется, левого защитника будет менять на первых минутах. Или нет? Нет, похоже, не будет. Харт. Харт нормально. Харт тащит. В принципе, для вратаря такой ценовой категории он прям... Только сказал, да? Показывает себя наилучшим образом. И сейчас над головой просто мяч пропускает. Не реагирует вообще. Зачем прыгать, да, Харт? Зачем? Зачем вообще это? Кому это надо, да? Слишком тонкий пас. Никак он не проходил. Ну! Ты пенальти! Тихо. Сосредоточился и забил. Один-один. Получите, распишитесь. У него и нет рухнул. Если бы и нет... Хотя, может быть. Но я не думаю, на самом деле. Было странно немного, но ладно. Заблокировать Жезуса. Не позволить ему пробить. Опять! Второй угловой, второй гол. Да что ты будешь делать? Ну я, правда, сам с пенальти вообще забил. Так что можно назвать это матчем стандартов, да? Рери не дали пробить. Там Канте. Два-два. А вот это уже гол нормальный с игры. Лалана приложился, ушел от защитника и с левой бабахнул девятку в дальний. Поджимайся, поджимайся. Ху-ху-ху, пришли в себя. Пришли в себя. Не допускать угловых. Похоже, с этим соперником надо. Именно угловых. Хорош, Бакайока. Придется здесь попасоваться, потому что там все закрыты. Фланг закрыт, через этот фланг сложно выйти. Переведем. Тут тоже закрывается. Тут хотя бы есть небольшое пространство. Не, Канте.
Снова Канте. Ну, это пас какой-то странный был со стороны соперника, если честно. Решфорд, как же ты мне нравишься. Зря. Продолжать надо было на фланг давить, мне кажется. Хоть там и скопление было. Не-не-не-не-не. Ой, даже не думай. Как? Осильни, ты... Заранее выставил ногу именно в нее. По скрипту, да, влетел Решфорд. Там у него было время, чтобы оббежать ее 1000 раз. Три-два. Жезус. Моментально, вот. Я даже не ошибался сейчас особо. В обороне. Минимальное пространство, бам, залетает. Три-три. Красота. Что творю? Я сам... Я сейчас сам в шоке был от этой атаки, ребят. Я не знаю, как я это сделал. Не спрашивайте. Я такое не повторю, наверное, никогда. С таким соперником серьезным особенно. 3-3 в первом тайме. Трижды уже удалось отыграться. Трижды. И Дехея его не спасает ни разу. Вот здесь пауза. Пас пяткой. Виллиан в зону свободную между защитников и Галец. Галец. Галиссимо. Почему-то у меня игроки не хотят отбирать мяч, хотя они в упор стоят с соперником, но вот с Агуэро, с этим Жезусом не хотят вступать в прямой отбор. Почему-то вот стоят рядом и все, пласируются. Пенальти ставь. Лалана! 4-3. Хочется прямо сматернуться сейчас, но я сдержусь, я сдержусь. Вообще там пенальти был. Ну ладно, я забил. Все в порядке. Вон, травма аж у... Решфорда. Как это прошло? Спасибо, перекладина. Я тебе должен. Вы видите, да, сколько у меня ударов и сколько голов? 100% реализация, прямо как у Спартака с Севильей. Продолжаем. Фланги не юзаем. Так видите, у меня игра подстроена под центр. И это приносит свои плоды. С этой расстановкой у нас вон какой результат. У нас 6-4 было максимум в первых 10 матчах обычно. Со схемами, с флангами. А тут совсем другое дело. Перемудрил я что-то тут.
Не прошел пас. Марсиаль. Нет, не удается раскачать никак. Что ж, у меня фланг-то так провалился здесь. Никаких навесов. Не то, совершенно вот не туда хотел навешивать. Еще раз бои. Великолепен. А, Эриксон. Бить не дать ему. Хорошо, Эрера. Увидел, увидел, увидел Виллиана. Райкард этот, гад. Зря начал там финтюлить. Надо было просто спокойно дальше пас играть. Да хорош уже дебать. Равная игра. Чего ты там дебаешь? 4-4. Чуть-чуть пространство Дель Пьеро дал. Буквально на секунду его отпустил вот здесь. Сразу получи. Нахер перестраиваемся. 5-4. Главное отобрать мяч и повладеть им сейчас. Просто повладеть. 20 минут. 20 минут. Молодцы. Стена, просто стена.
Кар, давай ты так делать не будешь больше. Хорошо? Че, блин? Владение мечом вроде получается. Да! 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 Вот так! Фух. Я не знаю, сколько я калорий потерял за этот стрим. Но обычно стримы по Weekend League вот именно такие. Охренеть просто. Вот это напряжение было. Вот это было напряжение в конце. Перестроение помогло, кстати. Мы нормально за мяч зацепились, катали и додержали. Статистика, конечно. Ну что, друзья мои. 9-1. На каком я там месте? В топ-29. Играть дальше — это самоубийство.